Всем привет, ребята, с вами Денис, мы продолжаем проходить игру Эволэнд. Если вы помните, в прошлой части мы с вами нашли бомбы, и теперь мы сможем вернуться назад, чтобы взорвать камни, которые нам мешали собирать секреты. Ладно, давайте я чуть-чуть ускорюсь для того, чтобы мы слишком много не теряли на это времени. Так, а вот и камешек, давайте выбирать бомбочки. Хлопа, кстати, около бомб стоять нельзя, я знаю, что это наносит нам урон и даже может убить. Поэтому надо быть очень аккуратным. Это а-ля Бомбермен. Что у нас в сундучке? О, карту скелет мы взяли, отлично, а теперь мы сможем играть еще круче в карты и побеждать противников, наших соперников. Ладно, побежали дальше искать камушки. Кстати, хотел еще один момент вам показать, очень интересный факт. Смотри, помните, мы здесь однажды проходили, чтобы попасть в город, который Папунака, что ли, называется? Ну, в общем-то, теперь никак не попадешь в этот город, потому что был где-то здесь выход. Но зато здесь есть сразу два камушка, поэтому выбираем бомбочки и взрываем. Так, давайте, давайте, быстрее, быстрее. Отлично, берем сундучок. Что здесь? Ну-ка, 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 ну-ка. О, карта красного волшебника. Мне кажется, она должна быть крутая. Вообще, все, что связано с волшебством, все круто. Ладно, взрываем еще один камушек. Опа, ну-ка, давай. Yes, так, идем. А я-то думал, что мы не сможем вернуться-то. Это круто. Я хочу посмотреть на город Папунику. В общем-то, 3D. Мы наконец-то посмотрим, что стало с городом. О, смотрите, кого я встретил. Это Шобоко. Это отсылка к Final Fantasy, 100%. Там птица Чокоба была, а это Шобоко. Да, это, несомненно, именно эта птица. Уж очень много отсылок, конечно, к Final Fantasy. Вы не замечаете это, друзья? Так, птица бьет довольно мощно, мощно. Кстати, и появилась, по ходу дела, она здесь недавно, на этой карте. Так, мы есть достижение открыли, охотник на Шубоко. Это была действительно большая курица. Мы получили мясо Шубоко. А что это такое? Так, к сожалению, пока мы в меню управлять не можем, поэтому, в общем-то, и не сможем. Попалась огромная черепаха тут, я никак не ожидал ее здесь встретить. Ладно, пойдем посмотрим, что же изменилось в этом городе. А здесь нифига не изменилось. Здесь все то же самое. Да, единственное, что мы можем сделать... мы можем с вами отдохнуть в гостинице, чтобы восстановить силы и не тратить... А чё не тратить? Мы же не сможем все равно зелень-то воспользоваться. Как-то не очень хорошо возвращаться в пиксельный режим. Ну да ладно, бог с ним. Мы сейчас только быстренько здесь передохнем, переночуем. Так, сохранимся обязательно и вернемся чуток назад за секретами. Ведь мы с этого и начали. Так, а может в магазине какие-нибудь вещи есть интересные? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Нет, здесь ничего нету на самом деле. Поэтому выходим. Давайте вернемся в прошлую зону. Из прошлой серии. Через восточный выход деревни выйдем. А, кстати, здесь есть дом. Помните, да? Ну-ка. Нет, а он, конечно, закрыт. Ладно, я надеюсь, что мы сможем найти когда-нибудь ключик или отмычку, чтобы попасть в этот дом. Самое главное, друзья, не забыть. Если что, вы мне напомните, пожалуйста, чтобы я не забыл про этот дом в деревне Папунико, да? Так, давайте здесь глянем.
Что мы могли пропустить? Вон та пещера. А здесь-то ничего нету, ну давайте посмотрим. Может, мало ли здесь что-нибудь есть. Я что-то уже подзабыл совсем. Так, ничего, пусто, везде все пусто. О, мы нашли скрытый лук, скрытая локация, друзья. Это круто. Что мы здесь можем найти? Сундук. Мы нашли карту с лесника. Вообще ништяк, вообще. Это вообще круто. Ну-ка. О, еще свалились куда-то. Настоящий исследователь. Мы открыли новое достижение. Правда, здесь монстры типа мусорщиков встречаются. Ну, блин, не сумеем мы быстренько все, конечно, здесь отыскать. Ладно. Ничего страшного, это нормально, мы хоть подрастем. Кстати, они по нам промазывают, а мы их ваншотим. И это круто, на самом деле. Бои намного быстро проходят, чем я ожидал. Так, во. Вижу какой-то склад, 50 гили, это отлично. Так, здесь что? Здесь ничего. Так, тут, пошли сюда, пошли на юг. Вдоль этой пещерной речки. О, светильник. Ну-ка, давай с собой возьмем. Нет, нельзя, нельзя. Так, здесь что? Бочки, ящики, и все, пусто. Вторжение, кошелек, кошек-зомби, Е-Шридингер, это же бестселлер. Кошки-зомби, круто. Вы нашли зелье, отлично. Предметы мы можем использовать только во время битвы, я так понимаю. Достижения использования инвентаря у нас пока нету. О, сундук. Мы нашли звезду, это круто, так... Собрать бы все звезды, собрать бы все карты. Я обязательно все соберу, я открою все достижения в Стиме. Я вас порадую, друзья, секретиками в игре. Я думаю, что те из вас, кто эту игру играл, если кто-то все секреты не находил, это, несомненно, будет интересно. Все для вас, друзья, все постараюсь сделать. Я надеюсь, не сильно утомляю вас этим путем назад. Может быть, вы хотели посмотреть, как мы пойдем дальше, там, в рыжий лес. А я вот взял и пошел за... скрытыми секретами, которые остались позади. Но я думаю, что ну, это будет полезно. Ладно, пошли в пещеру сходим. Там тоже что-то может есть, но я давайте ускорюсь. Не, я вспомнил, что в этой пещере ничего нет. Там же был всего лишь один камень, не то, который мы с вами обошли кругом. Ладно, все, ускоряясь, возвращаемся назад. Во, камешек нашли, отлично. А, нет. Он ведь на самом деле могли его обойти. Хорошо, опять ускоряюсь. Короче, друзья, здесь нет нифига, поэтому нам нужно идти в рыжий лес, чтобы там взять какой-то амулет или часть амулета. В общем-то, как нам говорил Сид, чтобы попасть в черную крепость, цитадель черную, нам нужно найти амулет. Поэтому бежим в рыжий лес, куда мы должны были пойти с начала этой серии, но я немножко изменил. Ладно, ускоряюсь, ребята. Итак, мы на месте, здесь можно сразу повзрывать камешки, которые лежат.
Только зачем это нужно делать, я не знаю. Давайте не будем больше фигней заниматься. Давайте будем искать амулет. Или, по крайней мере, то, что нам нужно найти. Вроде амулет, если я не ошибаюсь. Так, у нас тут маленькое дерево. Ну-ка, можно ли его взорвать? Ну-ка! Нет, 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 к сожалению, нет. И как нам туда пробраться? Интересно, ладно. Побежали-то прямо. Будем рубить кусты, будем рубить мышей направо и налево. Так, хорошо. О! О, что это такое? Кристалл какой-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Путешествие во времени. Стукни по кристаллу, чтобы переместиться из прошлого в настоящее, Марти. По какой дуду-то? Вы что натворили-то? Нафиг это нам нужно? А может быть так и задумано? Таким образом, в общем-то, мы сможем пройти через маленькие деревья. Фига круто придумано на самом деле. Хорошо. Ладно, давайте будем так делать. Пожалуйста, не сжигайте маленькие деревья. А что, их можно сжигать, что ли? Опа-на! Опа-на! Так, а в таком режиме мы толкать не можем камни. Хорошо, давайте превращаться обратно. Да, прикольная задумка на самом деле. Так, нам нужно пододвинуть этот факел, значит, на маленькое дерево. А мы можем его и не сжигать, так-то, по большому счету. Нет, давайте сожжем. Потому что, я думаю, там придется маленьким потом пройти нам. Ну, вернее, в пиксельном режиме. А что не толкается-то? Нифига не толкается, может взорвать надо? Ну-ка. Ну, давай взрывайся. Нет, нифига. Короче, не толкается эта плита с огнем. Ладно, наплевать. Так, тихо. Рубим кусты. Во, я вижу лестницу вниз. Ну, туда мы сейчас попозже чуть сходим, проверим все здесь. Нет, здесь ничего больше нету. Как нам потом сюда пройти, друзья? Я хочу сюда попасть. Почему он не может толкнуть эту фигню? Он не может толкнуть эту фигню. Ладно, пошли вниз. Так, мы попали в какое-то подземелье. Так, тихо. Так, 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 аккуратно. Надо О, сундучок лежит. Так. Только бы не упасть, только бы не упасть. Блин, аккуратно. Черт подери, сколько ж вас тут ходов-то много. Еще эти летучие мыши гадкие летают везде. Черт бы вас побрал, а? Блин. Ну так нечестно, да так нечестно на самом деле. Блин, какой невнимательный же, ё-моё. Вот неохота тратить время на, блин, такую фигню, а? Почему я, блин, так тороплюсь все время? Наверное, хочется вам показать побольше просто в серии, поэтому тороплюсь. Ладно. Больше я не буду торопиться, потому что это лишь усложняет все. Весь проход. Так. У нас плитка есть вон направо. А может быть здесь можно куда-то попасть. О! О! Фига круто! Круто! Секретный проход! Звезду нашли! Я даже не предполагал, что там можно пройти сквозь стену. Я так чисто, ну, случайно. Я вообще хотел попробовать бомбу положить, взорвать. А мы так удачно, в общем-то, попали. Это вообще круто, на самом деле. Так, ладно. Нам нужно сундук тут взять. Как к нему только подойти теперь? Тут везде все. Блин, везде пол ломается. Черт бы тебя побрал, а? Так, что ж делать-то? Так, тихо. Сундук по-любому брать надо. Без сундука-то как? Так, ну-ка, а вообще к нему реально подойти или нет? Во, наконец-то, наконец-то! Что здесь? Наверное, что-то ценное должно быть. Во, лук! Нифига тебе, можно издалека стрелять, что ли? Фига, это круто! Ну-ка, ну-ка! Во, в натуре! Вообще клёво! Нормуль! Это нам пригодится где-то по-любому. Какие-то, наверное, будем с вами мишени на расстоянии стрелять, чтобы открыть секрет. Это вообще круто! Так, ладно, здесь нужно взорвать, это однозначно. Сейчас взорвем проход и пойдем дальше. Во, здесь сундук. Что мы здесь берем? Звезду. И чего? И по какой леше мы сюда пришли вообще? Что-то я не понял. Че, обратно что ли возвращаться? А, может быть нам... Я понял, короче, нам нужно... Стрельну через эту плиту с огнем. Стрела загорится, я так понимаю, и дерево зажжется. Ну, у меня такая версия есть, я не знаю. Блин, что я делаю-то?
Потому что других вариантов у меня пока нет. Остается теперь только вернуться обратно и не упасть. Так, тихо, осталось чуть-чуть совсем. Во. Тихо, нет. Да блин, как отсюда теперь выйти-то? Так, вниз. Аккуратно. Блин, нет, сюда. Да что ты будешь делать? Ладно, пойдем так, так быстрее, короче. Ах, блин, да елки-моталки. Постоянно нужно менять в инвентаре все. Так, убиваем быстренько летучих мышей, потому что у них сердечки есть. Во, здесь, короче, мы берем лук. Я думаю, так, да? Достаем лук и пробуем стрелять через... Во! Ну-ка. Стрела же загорается. А, может быть, вид сверху надо? В пиксельный режим перейти обратно. Ну-ка. Берем кристалл. Сейчас будем пробовать стрелять из лука. Может быть, таким образом мы сможем сжечь дерево. Во! Круто. Измени будущее. Маленькие деревья больше не будут расти в настоящем. Это круто! Это круто. Нам они не нужны больше. Хорошо, теперь проходим в тот проход, где стояло дерево. Это вообще круто, на самом деле. Замечательно. Всякие новые фишки по мере прохождения игры появляются. Это не дает нам скучать. Вообще очень интересная идея, мне очень нравится. Так, нам можно пойти либо туда за сундуком, либо изменить. Так вот дерево-то, как так-то? Чего нас обманули-то, я не понял. Ну-ка, давай посмотрим. В таком состоянии мы сможем пройти? Да, хрен мы сможем пройти. А, во, мы можем пройти. И чё? А, здесь бомбу можно взорвать. Давайте сразу бомбу положим вот здесь. Ну-ка. Во! Во, камешек на будущее. Значит, взорвем. Так, а здесь? Здесь ничего не происходит. А здесь? Еще камень положим. Около камня положим бомбу. Не, ничего не происходит. Так, а вот это можно подвинуть? Нет, двигать нельзя, к сожалению, двигать нельзя. Ладно. А, давайте возвращаться в настоящее. Ну, чё такое? А, вернулись в настоящее. Сейчас будем соображать, значит, как пройти туда дальше. Блин, здесь маленькое дерево. Опять начинается куча секретов. И чё, и как? Как это сделать-то? Чё-то я не понимаю. Чё за беспредел? Чё за фигня такая? А что это за плита? Ну-ка. Блин, дерево не дает стрелять. Чё за фигня? Как отсюда выбраться-то? А, во! Чё-то я вообще ничего не вижу. Так, а ну и чё толку-то? Чё толку, что мы здесь прошли? Там нам сказали, что деревья больше появляться не будут. А почему они появляются, я не понимаю. Чё за фигня? А может быть, сюда можно притащить будет ту плиту с камнем? Или подожди. Ну-ка. Нет, здесь поджечь мы ничего не сможем, к сожалению. Блин, что делать-то? А-а-а! Может, соседнюю плиту надо поджечь? Точно! Офигеть! Блин, нифига себе загадочки. Вот это загадочки. Еще одно дерево сожгли. Все, превращаемся в настоящее. Возвращаемся, да? А там нам нужно еще сжечь одно маленькое дерево возле сундука. Кстати, а здесь что? А, мы сюда... А, мы нет, сюда мы не ходили. В таком-то состоянии. Блин, нет, погоди. Я хочу взять, короче, сундук вот этот. Вот здесь, ага. Сейчас мы его возьмем. Так, давай. Звезда. Блин, дали бы что-нибудь поинтереснее. Надоели мне эти звезды. Дайте хоть карту, что ли. Ну чё? Так, эту фигню толкать он не может. Блин, как мне взять вон там сундук? Вот этот сундук, как мне взять? Как мне сюда пройти? Здесь мешает эта плита вонючая. Там мешает дерево. И чего? Почему я не могу взять? А наискосок-то не стреляет? Нет, к сожалению, наискосок не стреляет. Блин, жалко. А может быть, бомбы мы достанем до кристалла, нет? Нет, к сожалению, нет. Ну-ка, а плиту не взорвет эту? Да, короче, нифига подобного. А, пошли в открытый проход, больше идти некуда, вот здесь. Деревьев маленьких нету. Во, еще один сундучок. Давайте сейчас обойдем. Блин, еще хрен обойдешь.
Так, а как вот это поджечь? Так, тихо. А как к сундуку-то пройти? А, там к нему идет, ведет мост, отлично. Взрываем камень, в общем-то. И что произошло? И нафига мы это сделали? Блин, а не зажжется, нет? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну-ка. Во, вы убили летучий мышь бомбой, круто! Мы открыли новое достижение, это вообще клево. А куда идти-то? Во, вот здесь проход еще есть. И здесь еще проход есть. В общем, надо зажечь стрелами все эти плиты, для того, чтобы там наверху открыть сундук, я так понимаю. Ладно. Берем сундуки, убиваем летучих мышей. Ну-ка, ну-ка. Чего в сундуке лежит? Звезду опять взять. Ну ладно, пускай будет звезда. Сердечко еще захватываем по пути. Так, во, еще маленькое дерево. Нам нужно будет его поджечь. Хорошо, идем. Так. А, во. Здесь нужно изменить время. Так, ну-ка. И чего? А, во. Сейчас мы пройдем через вот этот проход. И таким образом мы с вами сможем поджечь все эти плиты. Я так понимаю, да? Так, ну-ка, ну-ка. Во. Да, блин, на. На, получи. Во, что это такое? Статуя какая-то. Так, хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Здесь нужно взорвать камешек. Так, потом здесь нужно будет поджечь. А, с той стороны нужно будет поджечь. Вы смогли прочитать. Зажги мой огонь, чтобы открыть проход. Нифига себе дела. Хорошо, давайте сейчас здесь срубим все, что можно. Еще можно взорвать вот этот вот камень. Хотя можно было пройти вот здесь. Ладно, колбасим летучих мышей. Здесь еще маленькое дерево. О, сколько ж тут всего, сколько ж тут ходов-то. Глаза просто разбегаются. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Хорошо, срубим кусты. Срубаем кусты к чертовой бабушке. Сейчас нужно будет зажечь огонь. Вот здесь. Вот, отлично. А, теперь нам нужно зажечь огонь будет туда. Или туда. Во, где-то там зажгли мы еще огонь. Отлично. Ну-ка, давайте превратим все в такое состояние. Может быть, мы сможем куда-то пройти. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Куда мы тут пройдем? Во, кусты я вижу. Так, ну пока что-то ничего. Во, тут можно тоже изменить время, короче. А, с той стороны нам нужно стрельнуть. А, в общем-то, кристалл не работает, амулет поможет его зарядить. Офигеть. Еще не работает. Вообще, что ли, уже обнаглели. Так, обходим, в общем-то, с той стороны, чтобы зажечь... огонь у статуи. Блин, тут еще и так не пройдешь просто. Блин, тут какая-то головоломка просто, а? Но это сделано на самом деле интересно. Нам не дают просто поскучать. Так, здесь-то мы что, куда пройдем? Или мы все правильно идем? Да, мы все идем правильно, чтобы вернуть время вспять. Хорошо, берем лук. Отлично. Теперь... Теперь, значит, обходим. А, там, где мосты были, нужно зажечь вторую... второй огонь у статуи. Отлично. Вот здесь нужно пройти. Обойти. Вот здесь внизу. Так, как зажечь вот этот вот огонь? Кто-нибудь знает? Во, мы зажгли статую. Как вот здесь зажечь огонь? Мне нужно огонь туда перенести, для того, чтобы там открыть сундук, я так подозреваю. Ну хорошо, я потом с этим разберусь. Так, здесь-то некуда больше отправить огонек-то. Нет, некуда, к сожалению. Так, нам нужно вернуться в будущее. Для того, чтобы... Для того, чтобы подойти к этой статуе. Отлично. Обходим.
Нет, здесь стрела просто не пролетит. Как все запутано, а? Прямо целый лабиринт. Во, путешественник во времени. Вы 12 раз переместились между прошлым и настоящим. Так у нас, собственно, и выбора-то не было. Вы нас заставили, можно сказать, переместиться во времени 12 раз. Ладно, пойдем к статуе. Сейчас, может, она очнется, что-нибудь нам скажет. А, нет, она просто исчезла. Она просто исчезла. А, жаль, конечно, что там я не мог зажечь. Хорошо, спускаемся вниз. О, нас ждет тут пещера. Ладно, давайте изучать пещеру. Тут у нас уже плиты появляются. Появились. С кнопками. Отлично, сдвигаем. Открывается решеточка. Хорошо. Значит, здесь чего? Опа, опачки. 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 Так, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот маги чертовы, а? Сейчас я вам тут устрою, блин. Райскую жизнь. Так, ну-ка иди сюда, скелетон. Блин, да дофига их здесь на самом деле. Еще эти маги мешаются. Кругом маги. Блин, 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 блин. На, получи. Черт, меня сейчас заколбасит. Так, тихо, тихо. Так, тихо. Так, тихо. На, получи, сбоку. Хук справа. Хук слева. Так, тихо. Слева хук, говорю. Нет. Так, ну чё, иди сюда, маг. На тебе вот со спины получил. Так, здесь кто? А, здесь ты, уродец. На! 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 Всё, дверь открылась. Берём сундук. Чё в сундуке интересного? Во, первая половина амулета. Одна из двух частей амулета. Так, и чё, и куда теперь? Здесь у нас закрыто, конечно. Теперь нужно проверять все стены на наличие секретных проходов. Кстати, там наверху есть трещина в стене, нужно ее взорвать. Ну-ка. Что там у нас скрыто? Давайте посмотрим. О, сундук. А в сундуке что? Звезда. Ну что, друзья, я думаю, что нам нужно возвращаться, наверное, в город. В деревню. Я забыл, как она называется-то уже. В общем-то, в деревню к нашей подруге, чтобы подойти, наверное, поговорить с Сидом, он нам скажет, где искать вторую половину амулета. О, тут враги появились. Прикольно. Все, возвращаемся в деревню, друзья. Я думаю, что, наверное, можно ускорить видео здесь, чтобы было побыстрее. А, вон, попали на эту сторону. Здесь теперь можем зажечь, наверное, вон те другие огни. Отлично. Еще тут можно пройти. Так, тихо. Вот здесь есть еще кристалл. Нет, здесь нереально много ходов на самом деле. Ну-ка, давай проверим, что здесь спрятано. А, мы, наверное, здесь сможем вернуться в город этим путем. А может быть и не сможем. А может быть и сможем. Кто знает. Так, здесь нам не пройти однозначно. Ну-ка, вот там. А, во. Наверное, можно обойти вот здесь. И взять сундук, я так вот подозреваю. Но там нужно нам в пиксельном варианте заходить. Ну, прежде чем мы это сделаем, давайте пройдем вот здесь. Здесь проход есть. Ну-ка. Чего? Оглянись. Так много мертвых деревьев. Зло начало влиять на священную рощу. Надо поспешить в Ауагаю и поговорить с моим дядей. Нужно найти вторую часть амулета, пока не стало слишком поздно. Вторая часть амулета у нас, наверное, здесь. Блин, зря я вышел. Там был секрет. Не знаю, может сейчас сразу пойдем его возьмем. Там можно же было пройти. Ну-ка. Так, давайте я ускорюсь, чтобы пройти к этому секрету.
В общем, друзья, я решил оставить этого сундука на потом, потому что мы уже слишком затянули ролик, и поэтому, пока я там сейчас хожу и думаю, как это все достать, пройдет слишком много времени. Так, на этом все. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис. Всем пока!